Приветствую всех любителей футбола в заснеженном Красноярске. Но снег нам не помеха сегодня, потому что играем мы в прекрасном манеже. Футбол-арена «Енисей», который буквально на днях отметил свое 8-летие с момента открытия. Ну и сегодня у нас заключительный домашний матч. Мы готовы стартовать. Поехали! Свисток арбитра прозвучал, и у нас «Енисей». С мячом сразу же Валерия Кичина тут прессингует. Более изысканные варианты. Ну, такая низом передача. Масловский пятка отдает. И шанс у Анзора Саная. Удар неточный, но угловым заканчивается эта атака. Там доработал Датаев до конца в этой ситуации. И подача Алана заблокирована Олегом Ланиным. А дальше у Машукова момент. Опаснейший. Действительно, первый по-настоящему серьезный момент в этом матче. Приходит мяч Машукова. Тот с лета кладет. И вот такая передача на Ломакина проходит. Гистаров. Опасный момент у Расула. И Солдатенко выручает свою команду. 1-1 по голевым моментам. Вернулся на ленточку. Цараев сам под удар себе подрабатывает. И точно в руки. Антипину пробивает. Это же хорош, но Мазурин на подборе. А, это Коротков, кстати, пробил. Александр. Второй удар в створ ворота Талани мы видим. У Антипина особых проблем не было. В Казани приходилось, конечно, выручать в более серьезных ситуациях. Но, тем не менее, дошел здесь мяч до... Включается Феррейра по правому краю. И передача низом. Глушков. Глушков, штрафной момент какой у Никиты. И прощает сейчас. 11 номер Енисея Аланию стреляет выше ворот с убойнейшей позиции. Феррейра. Вот Саная цепляется. И можно бить самому. Справляется Солдатенко. Вот напоследок Саная все-таки более-менее... Лужков. Вот такой момент. У Ломакина шанс, и это гол! 1-0 на 69-й минуте игры. Енисей выходит вперед. Классная комбинация. Два лучших игрока Енисея по системе гол плюс пас в этом сезоне записывают по баллу свою копилку. Никита Глушков вырезает передачу. И опять у Енисея. Ланин вперед грузит. Здесь можно на отскоке сработать. Момент у Столпова. Гол! Пятая результативная замена для Артема Горлова в этом сезоне. Столбов второй свой мяч забивает на уровне первой лиги. 18 лет, да, этот парень метит в основу. Так, мы понимаем, классное попадание, действительно. Но здесь повезло немножко, наверное, с отскоком в концовке этого матча. Алания в атаку идет, Комиссаров, и удар! Хороший удар от Аршука Коряна. Антипин спасает свою команду. Первый по-настоящему вот такое... Рвется к воротам. В штрафной Олег Ланин. И пробил по воротам Олег Ланин. Да, кому-то даже показалось, что это гол. Но нет. Сетка всколыхнулась все-таки с внешней стороны. И, собственно говоря, звучит у нас финальный свисток, который возвещает о очередной победе Енисея в последнем матче. Спасибо за вашу поддержку. Да, в последнем домашнем матче 2022 календарного года. Благодаря.